решила забрать. А на каком основании вы его задерживаете? Подождите. Документы. На каком основании вы задерживаетесь? Что происходит? Чем отличается этот пикетчик от первого пикетчика? Так, не хочу выяснять. Даша, ты же видела, что сейчас задержали, и ты все равно вышла. Тебе страшно, нет? Женщины Афганистана ходят под дулами автоматов. Мне стыдно бояться. На основании задержания. Уже формальных причин для задержания. Я не могу. Это единственная фраза, которую вы умеете говорить. Вот. Хотя бы один значок мы увидим. А, значки мы видим. Покажите документы. Документы. Ладно, хотя бы представьте словами. Да, я Анна, а вы? Имя? Я же не с вами разговариваю. Подождите, пока я общаюсь с Русланом. Единственное, что можно сделать в России, это сесть. Хотели бы такую участь себе? Такую, как у афганских женщин, такие, как у нас. Присядьте. Представляли себя на нашем месте? Девушка, присядьте, пожалуйста.